Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Всем привет! Российская актриса и звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, после чего в СМИ появилось много противоречивых новостей. И пока понять, в каком состоянии находится актриса, сложно, появилась информация о том, что журналисты обратились к членам семьи больной звезды с предложением за огромный гонорар прояснить ситуацию. В частности, за 15 миллионов рублей в студию к Андрею Малахову пригласили дочь Заворотнюк Анну. Но, как оказалось, никаких предложений от редактора шоу Андрея Малахова не поступало. Более того, Анна сделала первое публичное заявление на своей странице в Инстаграм и попросила журналистов прекратить любые спекуляции на теме болезни ее звездной матери. «Ответственно заявляю, что новость о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова – фейк. Ни сам Андрей Малахов, которого наша семья знает лично, ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию. Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра. Вас очень много, и я читаю все ваши сообщения. Спасибо». Эмоционально написала дочь Анастасии Заворотнюк. Хочу отметить, что информация о болезни Анастасии Заворотнюк, распространяемая в СМИ, основана на инсайдерских данных. Никаких официальных комментариев о болезни и лечении семья Заворотнюк не дает. Я не вправе утверждать, что это все стопроцентная правда. Сейчас я всего лишь желаю актрисе победить эту страшную болезнь. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. Всем пока-пока!